Всем привет, друзья. Привет, Ирем. Привет, Алин. Новый человек у меня в видео. Это Алина, подруга. Мы приехали в торговый центр Агора, хотим поменять мне штаны. Кто смотрел предыдущее видео, рассказывал, что я купила все штаны. И вот мы пришли их менять. Я покупала в полном. Мы сейчас глянем, есть ли они здесь в наличии. Короче, нету моего размера. Есть только в 5М Мигрос. Наверное, завтра поменяю. Либо доеду, либо Ура попрошу, чтобы он заехал, поменял. Вот, так что обломчик вместо штанами. Ну, мы в торговом центре Агора. Давно здесь не были. Сейчас погуляем по магазинам, походим. Хочу кроссовки посмотреть. Зайдем в магазин Фло. Я хотела Nike посмотреть и хотела еще Керему тоже кроссовки посмотреть. Вот, так что поедем. В этом торговом центре никогда нет людей. Он всегда пустой. Сейчас мы зайдем во Фло. Глянем. Тоже есть Вайкики. Здесь сюда, кстати, туристов часто привозят. Я знаю, что в этот торговый центр. Ну вот. А сейчас и туристов нет никого. Фло – это обувной магазин, но мы здесь редко покупаем, только есть фирменные, там, например, Nike кроссовки, вот Демиру покупали здесь много. Да, вот такие вон, как у Демира сейчас. Хорошие, мягенькие, удобненькие. Сейчас мы глянем. А, тоже Керему хочу посмотреть. Nike. Ты тоже хочешь новый? Ну, давай тебе посмотрим. Мы сейчас... Да, но только я была вот в другом торговом центре. Там нету Nike. Ты здесь видишь Nike? Polo есть, Kinetics. Но они больше не продают здесь Nike, что ли? Непонятно. Для футбола. Для футбола ты зачем еще не играешь в футбол? Ну, есть, но вот Nike вообще нету здесь. Kinetics только раньше были. В общем, оказывается, во Фло больше нету ни Nike, ни Adidas, ничего нету. А в Коллинз мы сегодня заходили, кстати, неплохие, да, там такие эти кофточки хорошие, курточки. Ну, куртки, правда, очень теплые. Здесь для Анталии не очень будет. Ну, классные и дешево. Кстати, Коллинз прям вообще дешевый. А Мави, смотри, большой здесь какой. Мави? Пойдем. И Бойнеры. В Бойнере, по-моему, многие, да, разные фирмы есть. Да, там все есть. Вот, можно туда. Ага. Глянем. Сейчас вот в Мави зайдем. С какими-то духами или что-то такое пахнет. Женская здесь. А. Кофта, кофта. Ну-ка. Сейчас пойдем, Демир. Демир только со школы пришел. Говорит, кушать хочу. А ты не ел там, что ли? Ел он всякие кофты. На улице еще так жарко, не хочется покупать эти теплые кофты, да, пока? Еще непонятно. Не хочется как-то, пока, когда будет прохладнее уже это. Мы зайдем сейчас в Бойнер. Здесь разные фирмы сразу в одном. Ну, типа как Outlet, что-то такое. Есть разные. И Mavi тоже, вот, в которые мы сейчас заходили. И все со скидочками, со скидочками. Ну, вот отдельно Polo. Я все-таки, может, все штаны поменяю. Ты думаешь, можно? Ну, ты там что-то... сдашь, а здесь просто купишь заново. А, ну да. А то это мужской. Может, здесь женский отдел? Мужской большой такой отдел. Нет, это не это. Алина, здесь вообще все мужское. А внизу, наверное, женское. Да. Пойдемте вниз тогда. Здесь лифт есть. И я себе кроссовки еще смотрю. И детские. Сейчас посмотрим.
Вот такие классные, прям сразу я к ним иду, и они такие вроде, я не знаю насчет 639 лир, хорошие, но мне кажется, в них это не жарко, ну в смысле не холодно будет их уже такие, они вроде как летние, да, такие прям, как бы на зиму их не очень будет. Тогда вот такие купим тебе. Такие? Не, не надо, спасибо. Ну они классные, вот эти прям красивые. Я бы взяла такие вот эти 579 лет. Ну вот эти вот больше, но мне не нравятся по форме. Вот эти классные. А вот смотри, голубенькие со скидкой. Ну они вообще прям летние. Ну это такие. Все совсем лето. Ну да, поэтому и со скидкой. Ладно, пойдемте вниз сходим. Данила, тогда садись в коляску, Данила. А вот детский Nike есть. Есть маленькие, есть побольше. Разные. Вот такие раньше у вас были. 325 лир. О, вообще классно. Ну, типа таких было. Вот вообще 50% скидка. 264 лиры. Демира, вот такие, смотри, серые. 50% вообще. С такими скидками. А вот эти, смотри, 370 розовые. Ну, они, наверное, больших нету размеров на меня. Я бы все взяла бы. А как их смотреть? 37,5, у тебя какой? 40. Не подойдет? Нет. Да, нет, это детская. Они, наверное, 37. Булар, чуть-чуть качен, да, мы садимся? Крик номер раз, заехала. Бунлар... Йок-йок, чужой качан. Кач номер раз, санин, бока. Сейчас тут большие скидки вообще на обувь, только сегодня. И мы выбрали Демиру и Кирилла. Две. Да. Переодевай. Ой, а где твой кроссовок? Черные одинаковые возьмем. Пока на них скидки есть. По 325 лир. Вообще супер. Давай возьмем две пары. Сейчас мы посмотрим еще женский отдел. А вон Пола или нет. Кирилл, сейчас мы посмотрим еще здесь штаны мне поменять. Короче, купили двое кроссовок, в итоге двое кроссовок вышло 750 лир. Она там, ну, кассир сказала, что можно скачать приложение, сказала название приложения, и, возможно, будет скидка. В общем, я скачала, и 100 лир была скидка. Короче, двое кроссовок вышло 650 лир. Это где-то 5000 рублей, ну, если в рублях, да. Ну, $50, двое кроссовок, вообще отлично. Nike вот эти вот фирменные, хорошие. Как раз на зиму нужно. Правда, в них прохладно будет, если так вот ходить. Ну, ничего, нормально. Все равно новые. Демиру на смену, а то он в одних всякой. А Керему уже размер маленький стал. Он Демира все донашивал к Керему. Купили кроссовки. Мы пришли в ресторанный дворик. Сейчас поужинаем. И не знаю, если либо еще по магазинам пройдемся. Нам вообще надо ехать в метро еще. Сейчас посмотрим. Мы пришли в Тавук Дуньясе, заказала себе лимонад клубничный. Алина уже поела что-то такое вкусное. Это с чем у тебя было красненькое? Это что? С баклажаном. Я люблю с этим кюри, который этот... Карри, вот, да. Вкусненько. Клубничный лимонадик. У тебя тоже вкусный гамбургер? Конечно, вкусный. Я устала, этот день, наверное, никогда не закончится. Я приехала в магазин, еще шок заехала купить. Фисташки такое, чуть-чуть по мелочи попить, соку взять. Ужас вообще. Нету больше. Наверное, все сломались. Давай. Давно не была, кстати, в магазине шок. Яйца надо купить. Закончились. Хорошо, вот эти надо яйца купить, они шоколадные. Ты там много не набирай, дорогуша. Хватит, хватит, Кирям. Демир что-нибудь выберет сам. Так, что еще? Яйца купили.
Ой, извините. Извиняю, пойдем сок возьмем. Пойдем, где какой сок? Апельсиновый. Ой, сок возьмем. Нет сока. Вон есть сок. Нету тележечки. Кирилл, дашь Демиру покатать тележечку? Нет. Жаден ли ты? Там еще есть тележка. Кирилл, сок два возьми. Давай. Ой, какие цветочки здесь красивые. Смотрите, я хочу взять такие цветочки. Кирилл, хватит, ты уже набрал. Елочка, все такое. Вот этот вот цветочек у меня умер. Я, наверное, возьму еще один такой. Ну вот еще такой есть. Такой у меня есть. Большой вырос, кстати. В общем, я взяла этот цветок. Цветок называется Татюрк. Это был любимый цветок Мустафа Кемаля Татюрка. Ну, конечно, думаю, все знают. И... Или по-другому называют зимний. Он цветет вот так вот зимой. Еще был красный, но я взяла розовый. Мне понравился розовый. В общем, розовый взяла. Еще взяла вот этот вот цветок. Я беру его второй раз. У меня уже был такой, но он у меня умер. Походу, я его водой залила. Я не знаю, мне очень понравился. И вот я его еще раз купила, потому что мне очень он понравился. Но там все такие, не знаете, уже тоже такие прям вяленькие были. Не знаю, выживет у меня, нет. Может, кто-нибудь тоже что-нибудь посоветует про этот цветок. Как его можно... так, чтобы он рос, в общем. Я так поняла, что я его водой залила, и он не любит сильно воду. Поэтому тоже напишите, пожалуйста, мне. Слава богу, завтра никуда не надо ехать. Завтра буду дома, отдыхать буду. Завтра подружка приедет. Мне нужно еще подкрасить волосы, потому что у меня плохо получилось. Прокрасилось все плохо, поэтому завтра приедет и будет меня докрашивать. Мы с Алинкой будем дома. Она меня сегодня ночует. Подружка, 100 лет с ней не виделись. Работали мы вместе. Кстати, она из Беларуси. Работали мы с ней вместе 8 лет назад. Это что-то. Вот. Все, ладно, друзья, прощаюсь. Устала, не могу просто. Всем хорошего дня, настроения. Всем пока-пока.